осенне-зимний сезон, вы все видели, прошел нестабильно. За время периода штормов берегу досталось. Будем надеяться, что природа даст возможность по погоде людям отдохнуть, а арендаторы, коммунальные предприятия, которые отвечают за прибрежную зону, приведут прибрежную зону в порядок, и к началу курортного сезона мы получим хорошие места для отдыха, для купания. Дело в том, что перемещение песка во время изменения волновых нагрузок – это нормальное явление. То есть сейчас мы видим то, что мы видим сейчас, волна дошла до подпорной стены. Для того, чтобы оценить, что с этим дальше делать, нужно дать хотя бы природе хотя бы пару недель, изменить направление ветра, изменить направление волны, и вполне возможно, что большая часть того, что мы видим и понимаем, что ширина пляжа уменьшилась, вполне возможно восстановится. Это то, что касается нормальных, естественных природных явлений. То, что касается восстановления красивых и широких пляжей, у каждого арендатора в обязанностях восстановления пляжа после сезона, приведение его в порядок, поэтому намывом и увеличением территории будут заниматься предприниматели. У нас в преддверии сезона приводится в порядок, собственно, та территория, на которой отдыхают люди. Водолазы ныряют, проверяют дно для того, чтобы было безопасно купаться. Но помимо этого, мы регулярно осматриваем состояние самих гидротехнических сооружений, составляются какие-то понятные планы работ, составляются дефектные акты, и на ремонтные, текущие капитальные ремонты выделяются деньги. Тот процесс, который необходимо поддерживать постоянно. Сезон штормов закончен, мы приступили к той работе, о которой я сейчас говорил, для того, чтобы сделать разбраковку, для того, чтобы сделать дефектовку и, исходя из этого, уже приступить к тем или иным действиям.